வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஆவடி தர்பார். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வருகிற செப்டம்பர் மாதம் என்னென்ன தேதியில் குழுக்கள் இருக்குது, அதை பற்றி தான் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். Дорогие друзья, ну что ж, я напоминаю о том, что в этом году впервые конкурс «Танковый биатлон» одновременно 6-тонными, но в то же время посмотрите, какими грациозными боевыми машинами. Танки Т-80У. Следующего танка. Ну а следующим элементом мастер-класса наводчик-оператор второго танка ефрейтор Антон Иванов во взаимодействии с механиком-водителем рядовым Иваном Жумахиным под чутким руководством командира танка старшего лейтенанта
Тимур Шо Наибова вновь продемонстрирует уникальную работу стабилизации, стабилизатора, прошу прощения, вооружения танка. Итак, друзья, ну что ж, задача вновь непростая, да и не одна. Необходимо с помощью ствола пушки забить гвозди в деревянный брус, что, собственно говоря, демонстрирует сейчас нам экипаж. Итак, брус установлен на столе. Затем нужно один гвоздь забить не до конца и с помощью, опять-таки, танковой пушки повесить на не до конца забитый гвоздь на стенную картину. Посмотрите, каким легким движением забивает сейчас гвозди экипаж танка Т-80 пушкой технического показа возможностей вооружения военной техники. Как раз таки в первый день показа завтра состоится показ танковых войск. Море огня, море стрельбы, выполнение огневых задач и в движении, и с места, и пуски управляемых ракет, и многое-многое другое ждет нас с вами уже завтра. В том числе посмотрим, как ведут боевую стрельбу и танки Т-80У. Друзья мои, в 1976 году сошел с конвейера первый в мире серийный танк, оснащенный газотурбинным двигателем. Можно сказать, отец представленных сейчас боевых машин. Это был танк Т-80. А спустя 4 года аналогичную машину сделали американские партнеры. Это была маленькая революция в танковом двигателестроении. Началось и заочное соревнование этих машин, продолжающееся до сих пор, в которых последние версии модернизированные 80-ки. Но вы знаете, в некоторых тактико-технических характеристиках не то что не уступают, а превосходят танки наших заокеанских партнеров. Танк Т-80У обладает современной системой управления огнем. Собственно, в работе мы сейчас и видим ее, что позволяет экипажу эффективно действовать не только на поле боя при выполнении учебно-боевых задач, но и показывать мастерство экипажей боевых машин, в чем мы с вами сейчас и убеждаемся. Итак, остается буквально несколько штрихов до завершения урока изобразительного искусства. И в качестве учителя, друзья мои, выступает экипаж танка Т-80. Еще раз напомню об этих ребятах, которые сейчас находятся внутри боевой машины. И вот последние штрихи завершают, друзья мои. Посмотрите, ну что ж, обещанный танк нарисован. Это командир танка, младший сержант контрактной службы Андрей Шатило, наводчик-оператор, военнослужащий по призыву ефрейтор Сакен Жанабаев, механик-водитель рядовой контрактной службы Дмитрий Сергеев.